Я голосую за все представления о снятии неприкосновенности, потому что принципиально считаю весь этот институт феодальным абсолютным анахронизмом. Я не понимаю, почему мы делим в Украине людей на панов и холопов. В отношении всех можно завести уголовное дело и расследовать их деятельность, а в отношении народного депутата речь даже не об аресте. Для чего нужно представление? Чтобы хотя бы можно было возбудить дело и провести следствие в отношении этих граждан. Чем они отличаются? Я считаю, что ничем. Кстати, Луценко, это генеральный прокурор, который вот с этими тремя, я уверен, что будут подания, больше всех подал представлений за всю историю среди всех генпрокуроров.